Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 12. Урок 9. Найди значение выражения. А. Х прибавить 7843, если х равен 567. Подставляем значение х в наше выражение. Получаем 7843 прибавить 567. 3 прибавить 7 будет 10. 0 пишем, 1 запоминаем. 4 прибавить 6 будет 10. Да еще 1. 11. 1 пишем, 1 запоминаем. 8 прибавить 5 будет 13. Да еще 1. Итого 14. 4 пишем, а 1 переходит в следующий разряд. Получили 8410. Пример Б. 348 умножить на k, если k равно 807. Подставляем значение переменной в наше выражение. 348 умножаем на 807. Сначала умножаем единицы. 7 умножить на 8 будет 56. 6 пишем, 5 запоминаем. 7 умножить на 4 будет 28. Прибавляем 5, получаем 33. 3 пишем, 3 запоминаем. 7 умножить на 3 будет 21. Да еще прибавить 3 будет 24. 2436 единиц. Десятки мы умножаем на 0. 0 умножить на 8 – это 0. 0 умножить на 4 – 0. И 0 умножить на 3 будет 0. Записываем 0 со сдвигом на один разряд влево. 8 умножить на 8 будет 64. 4 пишем, а 6 запоминаем. 8 умножить на 4 будет 32. Да еще 6 будет 38. 8 пишем, а 3 запоминаем. 8 умножаем на 3 будет 24. Плюс 3 получаем 27. 2784 сотни. Складываем полученные результаты. 6, 3 прибавить 0 будет 3. 4 прибавить 0 и прибавить 4 будет 8. 2 плюс 0 и плюс 8 будет 10. 0 пишем, а 1 переходит в следующий разряд. То есть семерка у нас превращается в восьмерку. Сносим 2. Ответ 280836. Пример В. 920 отнять А, если А равно 529. Подставляем значение А в наше выражение. Получаем пример. 920 отнять 529. От нуля не отнимешь 9, занимаем у 2. 10 минус 9 – это 1. От 1 – 2 не отнимешь, занимаем у 9. 11 минус 2 будет 9. 8 минус 5 будет 3. Ответ 391. Пример Г. 19740 разделить на М, если М равно 28. 19740 делим на 28. Первое неполное делимое 197. Делим на 28. Берем по 7. 7 умножить на 8 будет 56. 6 пишем, 5 в уме. 7 на 2 это 14. Да еще 5 будет 19. 197 отнять 196 будет 1. Сносим 4. 14 это наше второе неполное делимое. При делении на 28 берем по нулю. Сносим 0. 140 – это третье, неполное делимое. Делим на 28, берем по 5. 5 на 8 будет 40. 0 пишем 4 в уме. 5 на 2 будет 10. Да еще 4. Итого 14. У нас получается 705. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.